Два новых музыкальных фестиваля состоятся в этом году в Тюменской области. В феврале имени Хачатуряна, а в марте имени Рахманинова. Кроме того, лето в Тобольском Кремле вновь будет идти несколько дней. В Тюменском концертном театральном объединении рассказали о планах на 2023 год. 2023 год будет у нас юбилейным. Юбилей 165 лет будет отмечать Тюменский большой драматический театр. Юбилей 65 лет будет отмечать Тюменская филармония. В Тюменской филармонии коллективы юбиляры. В театрах запланировано много премьер. Первые представят уже в феврале, а Тюменский драматический в этом году решил продлить творческий сезон. Мы решили поддержать туристическую отрасль нашего региона и уходим в отпуск сразу после Дня города 30 июля. Весь июль театр будет работать, потому что наплыв туристов в наш регион огромный. В Тюменском театре «Кукол» кроме детских спектаклей представят еще и взрослый по роману Булгакова «Мастер и Маргарита». В Тобольске работают над театрально-образовательными проектами с детьми, а в ДК «Нефтяник» одним из ключевых направлений станет мода.